Вернемся из сказки к реальности. Системе ЖКХ необходим гражданский контроль. В этом уверен депутат Государственной Думы Олег Валенчук. В приемной депутата начался прием граждан по фактам нарушения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С какими проблемами приходят кировчане, узнал Андрей Дозорцев. Тема ЖКХ – одна из самых волнующих для населения страны. Коммунальный комплекс оказывает самые востребованные услуги, а значит, должен быть под пристальным контролем граждан. Такое мнение не раз звучало на высшем уровне страны. Во исполнение поручения президента и под эгидой фонда «Вятка. 21 век» в Кировской области создается гражданский контроль за системой ЖКХ. Основная система нашей мысли и деятельности в сфере ЖКХ состоит в том, чтобы общественное мнение встало на защиту своих прав. А я, как депутат Государственной Думы, буду принимать все обращения граждан. У нас работают квалифицированнейшие юристы, лучшие специалисты. И, соответственно, через систему вот эту контроля, я думаю, что мы сумеем быстро навести порядок в сфере ЖКХ. На приеме жильцы дома 47 по улице Роза-Люксембург жалуются на управляющую компанию. По их словам, из года в год работы по текущему ремонту не выполняются. В доме протекают трубы, разваливается крыльцо. У нас не получается ни одной работы провести в доме. Я вот не понимаю. Я бы вот вам советовала все-таки на действия управляющей компании обратиться в суд. На приеме не только выслушают, но и окажут помощь. Специалисты объяснят порядок действий и помогут составить документы. Мы пришли, потому что не знаем уже, куда и обращаться, потому что в управляющей компании практически год мы с ней бьемся, то есть решили прийти сюда. Но сейчас будем действовать после разговора. Одна из проблем в сфере ЖКХ – повышение тарифов. С 1 июля они вырастут по разным видам услуг с 11 до 15%. Олег Валенчук уверен, проходить это будет с нарушениями. Поэтому предлагает гражданам взять все эти факты под контроль и совместными усилиями заставить коммунальщиков оказывать услуги качественно и по разумным ценам. Опять же, граждане должны не молчать, немолчаливо сгибать голову и терпеть этот беспредел и разнузданность чиновников, а обращаться сюда, в приемную Олега Валенчука, и мы, соответственно, предпримем все меры, чтобы очень быстро, жестко поставить заслон. Для решения вопросов граждан будут привлекать надзорные и контролирующие органы. Все это, по словам депутата, позволит сузить лазейки для нечистоплотных коммунальщиков. Андрей Дозорцев, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.